небольшое продолжение сегодняшнего у меня видео, совсем маленькое сделаю. Я хочу показать, как мой Райко спит каждую ночь. Вот он так ложится, у него такая подушечка вот с башней, Эйфелевой башней, французская подушечка. Одеялко такое у него тут. Он на красненьком одеялке спит у него. Вот укрыт он вот этим одеялком тоже. Вот он каждую ночь у нас спит вот так. Вот он смотрит. Я разговариваю, просто небольшой такой свет, ночничок включила, и он смотрит. Вот так он у нас спит. Тут у него вторая подушечка, потому что если он будет переворачиваться, значит, у него так подушечка. Он с этой стороны лягет головкой на нее. Вот такой у нас Райко. Вот так на диванчике он у нас. Это его диванчик. Вот так. Ой, что-то у меня. Вот так он спит. Маленький. Маленький бебешка. Бебе, потому что он бебе-ребеночек. Расположился. Как он расположился, покажу сейчас. Вот так он расположился. Вот, спит. Вот он. Выкупался, покушал и лег спать. Вот так. Маленький. Спят усталые игрушки. Все засыпает. Ну ладно, спокойной ночи всем. Пока-пока. Спасибо за внимание.